Hey, yo, guys, умешимки, мы продолжаем пройти игру под названием Chicken Assassin. Окей, батл. Он надоел, он постоянно что-то говорит, но... Где возьму колонны? Может, он думает, я должен иметь это в инвентаре, чтобы сразу обменять? Так, ладненько, погнали. У нас следующее там испытание начинается. Роль казино. Royal Casino was filled with movie stars, politicians and powerful businessmen. That mensch spritzel of candy had to be near. He walked in peacefully, but due to his outstanding gambling debts, casino officials tried to apprehend him. Ну чё, приготовились? А я нет. Я нет. Сколько волн? Нихера себе. Чё так волн много? Тони, Марселли. Да, фишек. Фишек нормально кидают. Элвин, мастерит. А, не успею хильнуться. Ну и ладно. Инвентарь. 24 куска плюс. Хо-хо-хо-хо-хо. Поскольку они, мать ваша. Так, ладно. 64. Ладно, пока что буду это все продавать. Если оно не очень редкое, я в нем не вижу смысла. Так, поехали. 120к в минус. Так, робот. Мне 80 надо, чтобы еще потом вкачать. На самом деле на фишках очень много можно поднять. Я понимаю, что очень много можно поднять на них. Типа, я могу взять эти 300 тысяч? Все равно я потом за один заход в казино получу их обратно.
А, я даже больше получаю. Интересно, сколько максимально тогда? Рейтинг. Ну, погнали снова в казино. Сколько у нас тут еще получается? Еще, короче, на 3 серии у нас будет вот это, этот, этот. Потом следующее это, я не знаю, что, скорее всего, вернуть мне в обратное. Только мне еще нужно будет на босс рейды сходить. Вот эти два. Потому что реролить. Ну, на самом деле, зеленые фишки тоже редкая вещь. Была бы вещь, которая душа эти примагничит. Было бы намного проще. Босс. Убиваем, убиваем, убиваем. О, это же тот парень, который, помните, в начале был. Он еще тогда позади этого как раз босса был. Ладно, зато души соберу. Не успел. Не успел забрать. Ладно. Так, апгрейдики. Ну это, я не знаю, пассивный заработок здесь нахер не нужен. Мне только вот эта цена, если так
подумать. Рарка. Снова рарка. Поехали. Да что мне этот босс рейд? Что мне там нового хотите дать? 7.3 больше хотите сказать или что-то? Сколько здесь было, подожди, 7.3. Двенадцать шестнадцать. Вау, это получше будет. Пипец, я не могу никак одну пройти. Бип-бип-бип. Не стреляйте! Ой, в сраку. Так, 75-й, хорошо. Кто-то что не в крысюку мне заходят, это бесит. Как-то мало дали мне всего. Но мне хватает на босс рейд. Мне черепошек дали. Мне дали черепошек. Смокинг. Шарики.
Рейд. Так, смотрите. Что у нас вообще с вами сейчас есть? Новое оружие. 43. 53. Я могу поставить, но у меня не будет тогда шанса ваншотать. 23. Так, это я ставлю. Тут на самом деле я вот не знаю, вот стоит. Думаю, не стоит. И это оружие того не стоит. И это того не стоит. Вот это можно будет попробовать. И это можно будет попробовать. И это можно будет одеть. И это можно будет одеть. Такие именно редкие вещи. Пипец, уже почти 20 минут, а я не могу никак пройти одну локацию. Тяжко, тяжко. Вот он хедшотит, это нормально, вот понимаете? Чекичаны хреновы. Вздыхать скоро. Не, бабы с ножами еще жестче. Поэтому первых надо убивать. Кто мне версете? Мафиозники. Он, ну шук, мафиозник этот. Расстреляли бедненького меня. Расстреляли бедненького меня. 65. 90 уровень. Ну, для 90-го можно и подержать. Апгрейдик, что тут можно апгрейднуть? Оружие. Не, я думаю, вот это сейчас плохая идея брать на 950 тысяч. Очень, думаю, плохая идея пока что.
Пробуем снова. Пробуем, пока не апнемся. Еще два уровня надо апнуть. Опасься быстрее. Так, сейчас должен быть... А, не. Так, сейчас должен буду апнуться. И снова на этих ребятах. Ну сейчас снова я босса убью, а потом дальше все. Не, хотя если меня успеют апнуть, тогда все окей. Да ладно. Есть еще шансы. Ну что, поехали. Да ладно, это ж... Сам босс. Ой, я его огнемет получил. Неплохо. И мы получили уровень, который мне необходим. Так, сразу. Так. А вот теперь можно и забирать то, что я получил. Теперь можно и собирать то, что я получил. Сразу минус все деньги. Лол. Так, 7-3.
7-3, 7-10. Пускай так теперь будет. Ну, фиг знает, у меня типа есть еще время. Давайте ладненько посмотрим, что у меня здесь есть. Типа можно, конечно, посмотреть, что будет. 25, 27, 510. А. Рарка. Я вот не знаю, вот попробовать можно оружие. Ну, давайте попробую оружие, типа. Потом вам скажу, какой да еще эффект. Чтобы вы понимали, это оружие атакует всех рядом. То есть, если я атакую одну цель, он атакует и другую. За один клик он наносит вот по несколько урона. То есть не обязательно даже, чтобы я нажимал несколько раз. Когда я нажимаю несколько раз, он вдвойне атакует. Огнемет имба. Мне нечего сказать. О, мне дали корону. За 65 кусков. Не, перчатки херня, ребят. Вообще не стоит того. Они типа бьют быстро. И все с этого. То есть я бы их не рекомендовал. Огнемет тема хорошая. Это нет. Как раз мы даже с огнемета можем с вами сейчас попытаться сходить. Так, рарка. О, это может пригодиться. А это мне и пригодится на самом деле. 15 урона. Можем попытаться сходить на этот квестик. Как вариант. Армор 25500. Фишек немного надо оставить. Вдруг пригодится. А почему я не смог дальше продавать фишечки? Фишечки. Ну что, погнали на босс, рейд. А, понял. Ждем время, идем. Вам пока позабираю бонусы. Триста штук, 30 штук. Окей, 60 штук. Готово. Апдейт. Улучшить. Можем открыть, посмотреть, что из сундука выпадет.
за 10к. Надо же что-то годное вот на самом деле. Ненужная кукуруза. Хрень. Да. Минус 3к. Хрень. Короче. Минус 30к. Держу в курсе. Так, у нас новые костюмы как раз, если что. Так, шапочка 9-9. Херня. 15-15. Костюм Бэтмена. Фигня. Чтобы вы понимали, за вот это, за 6 уровень, дают одну хуету. Чисто одну хрень. На втором уровне более-менее можно, на четвертом более-менее можно подняться тоже по деньгам. Дальше нихера. А я смотрю, что здесь еще этот появился какой-то. Элитный файт-клуб. Элитный бойцовский клуб. То мы тогда были просто в бойцовском клубе, а теперь... Надеюсь, я оружие поставил свое. Поставил, да. Просто атакуешь одного. Не нужно много целей атаковать. Все, это был босс. О, это что новенькое? Ну, у меня огнемет, поэтому им хана. Ну, видите, тут все равно есть задержка при атаке. Нифига себе. Великий помидор повершен. Окей, что мне там дали? О, золотые яйца. 63 300. Ну, вы понимаете, что я не променяю, блять, ни на что. Блин, я вот не буду. Ну что, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.